В плохом состоянии у нас дорожно-знаковая информация. И ГИБДД у нас, соответственно, много нам нареканий высказывает. То есть она, вообще, во-первых, сегодня бесцветная вся. И проезжаешь, не видно, то ли это главная дорога, то это ли второстепенная и так далее. Даже по маршруту движения автобусов новому. И старому, и новому. Что вы предполагаете, значит, до 25 августа сделать? На сегодняшний момент у нас нет ни одного договора по этому году. На приобретение, на установку дорожного знакового. Ну а почему нет? Ну давайте объясняйте, почему нет? Что со стороны заказчика никакой информации. Нет, а вы что, вы будете просто сидеть, что ли, на совещании каждый раз? Я вас спрошу, вы говорите, не спрошу, вы не говорите. Вот, и я скажу, что это неправильная позиция. Вы организация же, которая не только же, соответственно, значит, ждете заказ от администрации города, вы же еще в целом выполняете другие услуги, правильно? Так же? Ну, кроме города, у вас же еще есть работы, которые выполняете, соответственно, значит, за средства, которые, ну, позволяют вам на каком-то этапе делать определенные, значит, пополнять и свой бюджет где-то, и, соответственно, распределять эти средства по другим участкам. Есть же такое? Или вы только ждете, пока город вам скажет? У нас есть техническое задание. В техническом задании прописано виды работ и кратно. Вот я с вами поспорю. Значит, давайте так. Руководитель где ваш? Где ваш руководитель? Назаров. Значит, Гендрович, давайте срок получается до четверга. Вызывайте руководителя, возьмите, значит, весть, то есть имеется в виду устав, пусть руководитель возьмет с собой, да, расходы, которые вы несете за течение, значит, года, да, и мы на эту тему уже неоднократно говорили, да, не все может бюджет, но вместе с тем мы каким-то образом эти вопросы частично, но решаем, но вы то, что бездействовать не должны, знаки иной раз просто валяются, их поднять нужно, поэтому здесь от вас инициатива тоже должна быть. Поэтому попрошу пригласить руководителя до четверга, Евгения Анатольевича, разобраться, мне доложить о возможности данного предприятия и, соответственно, проявление инициативы в рамках того, чтобы в городе знаковая информация была более в таком качественном виде, который она сейчас есть. Проще убрать этот знак, потому что его не видно вообще. И вы должны бить тревогу, вы все время молчите на совещании. Вас спросишь, вы что-то пытаетесь сказать. Это неправильно. Игорь Васильевич, от вас мне информация о том, что, соответственно, какие вы делали заявки на исполнение работ. Слышите, Игорь Васильевич? Вот, я знаю, что вы это делали, либо один из руководителей это не помнит. Выполнение работ по установке дорожного знака и есть, я подготовлю. Подготовьте и разберемся. А срок вам такой, до конца недели, по крайней мере, по центральным улице привести протокол, знаковую информацию в соответствии с нормативным требованием. 29-го день города. Поэтому попрошу, значит, в рамках, по крайней мере, проведения основных мероприятий в черте города привести знаковую информацию в соответствие. Понятно, да?